Сколько можно тебя прогонять? Имельда. Иди отсюда с глаз моих долой и не появляйся в моей смерти. Я столько десятилетий берегла семью от твоего влияния. Он проводит с тобой 5 минут, и его надо из канализации выуживать. Я не из-за Гектора попал туда. Он хотел вернуть меня домой. Он бросил нашу семью. Он хотел вернуться к вам с Коко, но Делакрус его убил. Прости, Имельда. Так, ну теперь нужен Делакрус. Да? А откуда я вас знаю? За то, что убил любовь моей жизни! Что? Кого? Это она обо мне! Гектор, как ты...